Вместо дороги бурная река. На трассе Балахта-Шарыпово в районе деревни Красное озеро образовался нешуточный потоп. Автомобилисты сняли на видео, как мощный поток пересекает участок дороги в несколько десятков метров. Вода стекает с полей в низину, причем течение очень быстрое. Не все водители решились форсировать затопленный отрезок. Многие останавливались перед препятствием. Ну а кто-то на свой страх и риск все же пытался преодолеть водную преграду. Как рассказали в краевой госавтоинспекции, бурный поток образовался на этом участке из-за сильных дождей. С затопленных полей вода хлынула вниз по склону. Сейчас дорожникам удалось расчистить участок, движение на трассе восстановлено.